Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Ушел из жизни известный томский журналист Соломон Выгон. Будучи инженером по специальности, в середине 60-х он выбрал профессию журналиста. С 1964 года работал в газете «Молодой ленинец», с 1970 года корреспондент газеты «Красное знамя». В газете работал обозревателем, корреспондентом, заведующим отделом, заместителем главного редактора. С 1993 по 2018 годы работал в газете «Аргументы и факты Томск». Соломон Львович был автором многих книг. Несколько поколений томских журналистов воспринимали его как наставника в профессии. Он в 1990-м был автором первой статьи, в которой сообщалось о том, что Аркадий Маяфис, в ту пору журналист ГТРК, намеревается создать в Томске негосударственное телевидение. Соломону Выгону было 82 года. Прощание с ним состоится в четверг. Место и время уточняются.